Далее песню тебе. Замокай и улуби Джамуковы. После тренировок. После тренировок. А младший я Лепецкий чемпион, Гидарбекова, Снежногородцев. Мы на сборах когда-то... Это вы, да, пояс. И идет, когда он голову чуть-чуть, если он спустил, отсюда. И головой... Помогающий. Вот Самый маленький возьми, чтобы легче. Вот отсюда. И то же самое здесь тоже. Просто. Уже обратный пояс. Есть его. Ручек забыть. По этому приему. Профессор. Не главное в жизни, то есть это не сама цель, как бы стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы. Конечно, нужно приложить усилия, все, что от тебя зависит, надо сделать, но главное, чтобы оставаться достойным сыном своего народа, скажем, патриотом своей страны. И главное, и вот эти высокие результаты просто так не даются. И не всем суждено быть чемпионами, но главное оставаться порядочными, умными и чтобы и целеустремленными. Боксом. Все понял. Боксом начал заниматься 14 лет. До этого занимался вольной борьбой. Как всегда у нас в Дагестане вольная борьба самый как бы большой, самый такой спорт. А боксом начал 14 лет заниматься. Все, есть вопрос? Не стесняйся. Все, что там взял? Да, не стесняйся. Как зовут тебя? Как? Гриша. Фамилия как? Лавин. Ларин. Ларин. Медвежья лапа. Сегодня приехали к вам. Сегодня вот, буквально где-то 11 часов утром мы прилетели, ночью с Перми вылетели под утро. И у нас такой круг по всей России. И мы хотим поделиться, как можно добиться успеха, что в спорте нужно для того, чтобы он стал чемпионом. Что вот это, мы даже такими же, как вы были. Здесь со мной есть бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе. Многократный чемпион России, он сейчас многократный чемпион Белоруссии. Заслуженный мастер спорта Ибрагим Саидов. Смотрим, находим. Система работает. Наоборот. Андрей Гоголев. Это человек, который мы
около 7-8 лет были вместе в сборной России. Это человек, который со мной боксировал 4 раза, мы с ним боксировали. Он выиграл у меня 2 раза на чемпионате России в финале. И 2 раза я тоже выиграл. У нас 2-2 счета. Так и осталось. Мы сегодня дружим, у нас сегодня хорошие отношения. Вы знаете, на ринге друзей не бывает. Когда с ринга уходят, все остаются друзьями. Это вот самое важное в спорте – это братство. Через спорт мы должны дружить, мы знакомимся, у нас много друзей. По всему миру у нас много друзей. Почему? Потому что, когда ты становишься чемпионом, ты начинаешь ездить по всему миру. У тебя появляются новые друзья, новые, не только друзья, но новые братья появляются по спорту. И это очень, знаете, очень хорошо и очень полезно для вас будет. Почему? Потому что в жизни много ситуаций бывает. Куда-то в какой-то регион попадаете, я могу в любое время Андрею позвонить, он может меня выручить или помочь. К нему поехать в гости. Вот это вот, это всегда, всегда ты находишь поддержку. Это очень важно. Вы, чтобы добиться успеха, надо трудиться. В первую очередь это труд. И самое важное, чтобы вы слушали своего тренера. Если вы не будете уважать своего тренера, у вас не будет будущего. У вас есть какие-то вопросы? Есть, 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 есть. Сядем, да, и у нас ребята есть вопросы, есть. Да, давайте сядем. Хорошо, поговорим. Вы там поговорим. Лучшему боксеру по миру в городе Городце на турнир Маргелова. От олимпийского чемпиона Гайдарбек Гайдарбеку. Спортсмену, для ребят это очень сильно стимулирует. Поэтому огромное спасибо за все, за такую хорошую информацию, которую вы дали. Просто и легко с вами разговаривать. Наши, когда с нашими главами, с нашими, как сказать, чиновниками сравниваешь немножко по-другому. Это очень приятно, когда можно так с вами встретиться, поговорить. Это очень приятно. Спасибо. Билости просим, всегда рады. Всего хорошего. Государстве, уникальное государство, уникальное многонациональное государство. Вот, поэтому, чтобы молодежь не чувствовала злость к Дагестану, молодежь не чувствовала какое-то негативное влияние, ну, отношение к Дагестану. Вот, поэтому вот только для этого мы собираемся, только для этого мы и встречаемся. Вот. Лучше, как говорят, дружба. Ну, я извиняюсь, но у нас, в общем-то, Дагестан как раз с именем Эльмина Бегляровича, он давно уже у нас на Борской территории, и поэтому у нас отношения и партнерские, и дружеские. Значит, я еще раз говорю, благодарен ему за то, что с чего и начал, что он познакомит нас каждый раз с прекрасными людьми, потому что, ну, на самом деле...